Косоглазый. Жил однажды богатый и знатный человек. Как-то к нему в гости пришел его друг, и хозяин очень радушно принял его. После того, как они поели и попили, богач сказал своему гостю: «У меня хранится один единственный кувшин со старым вином. Я давно берегу его для такого друга, как ты. Что ж, принеси его сюда», — предложил гость. И сказал хозяин своему сынишке, который косил на один глаз: «Поднимись на чердак, там стоит кувшин с вином. Принеси его сюда, мы вино разобьем, но будь осторожен, не разбей кувшина». Когда косоглазый поднялся на чердак, ему почудилось, что перед ним два кувшина. Он вернулся к отцу и спросил, который из двух кувшинов принести. Это очень разозлило отца, ведь гость мог подумать, что он солгал, сказав, что у него есть лишь один единственный кувшин с вином. «Какой ты бестолковый!» — крикнул отец. «Если там два кувшина, то один разбей, а второй принеси». Парнишка взял палку и разбил один кувшин, но тотчас исчез и второй. И сказал он отцу: «Один кувшин я разбил, но не знаю, куда девался второй». Отец ответил: «Это не твоя вина. Беда в том, что ты косоглазый, у тебя двоится в глазах. Не следовало бы мне давать тебе такое поручение».